Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас видео из Голландии. Это вторая реакция Лукаса и его мамы. Первая реакция уже есть на канале, ссылку я оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Ну что? Как дела, ребятки? На связи ваш дружбан Инсениан. Добро пожаловать на нашу новенькую реакцию. Сегодня моя мама опять будет делать реакцию на Димаша. Это будет песня «Грешная страсть». Надеюсь, вам понравилась первая реакция моей мамы на Димаша. Я думаю, мы сделаем еще много реакций с моей мамой. Он ее любимчик. Он же такой очуменный чувак. Давайте посмотрим это. Поскольку она не слышала эту песню, это будет самая настоящая, честная реакция, как всегда. Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Как из лунного сна, о, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Линии долгие линии. Но стужа сердце озарила, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в огне. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. О-оу, сейчас начнется. Или ты остановишь? Да, я нажму здесь на паузу. А то я думаю, блин, он же сейчас как рванет в космос. Своим голосом. Это подходящее место для паузы, потому что его способность менять голоса. Ты знаешь, это не так, как обычно. Он как будто бы перетекает с одного голоса в другой. И он начал петь таким затуманенным голосом, с хрипотцой, создавая эти звуки с помощью воздуха. Это словно такой сказочный голос, слушая который можно медитировать. И потом он из этого голоса вдруг переходит в другой голос, в такой полуоперный голос. И вдруг мы слышим вот это. Вот такой вот баритон. И это уже чистейший голос. Весь этот воздух куда-то исчез, как и вся хрипота. Остался лишь такой совершенный, чистый голос. Ну и все. Это было красиво. И я знаю, что сейчас он покажет нам Кузькину мать. Даже не знаю, каким еще голосом. Пусть это будет сюрпризом. Мне еще нравится сама мелодия. Да, она прекрасна. Я еще читаю субтитры. Я читаю слова песни. Ведь чувствуешь намного больше, когда понимаешь, о чем он поет. Еще мне нравится, как он всегда себя преподносит. Он довольно простой на вид чувак. Но его способности и талант, они же не из этого мира. И посему он для меня офонареть, какой инопланетянин. В общем, он выглядит очень представительно, очень классно. Определенно, он очень привлекательный парень. Он красивый человек. Но дело не только в этом. У него есть некая аура. Нечто такое, что проникает в тебя еще до того, как он начинает петь. Это такая харизма.
которое распыляется вокруг, через его поры, и охватывает публику, даже такую далекую публику, как мы. Я не представляю. Если мы чувствуем такое, сидя здесь, просто представь, что с нами будет, если мы будем сидеть там и слушать его. Это будет настоящее волшебство. Забыты звуки, руки, лица, не нужна, только ты одна. И вдруг он переходит в головной голос, что на октаву выше. Околдован тобою. Грудной голос. Выпью зелье до дна. Какой же он обалденный певец. Ох, как же это было! Просто взял и перешел с баритона на тенор. Как нефиг делать! Сопрано! Слышала это эхо. В этой песне и вправду прекрасные слова. Оперные! А вот и началось. Ну а как же? Это как «Мадам Баттерфляй». Это же опера. Ария «Царицы ночи». И он поет это. Это же... О! Когда я в первый раз услышал это, я просто не поверил своим ушам. Да ну, гульбану! Ну что это такое? Он поет везде и повсюду. Откуда в нем столько воздуха? Я о том же. А музыкант сидит себе, как ни в чем не бывало. Сколько же воздуха у него в легких? Да ёхан и бабай, когда он вообще дышит? Это все было на самом деле. Это лучшая форма музыки. Ну хорошо. Так, с какой все-таки планеты этот молодой человек? С какой планеты он к нам прилетел? Это просто жесть. Это способность, которая недосягаема для человека. В точку, мам. Он просто... Может, сделаем паузу? Мне срочно нужно кое-что сказать. Возможно, я уже повторяюсь, но его способность менять голоса, перетекать с одного голоса в другой. И суть не только в том, что у него громадный диапазон, что он способен достичь целых 6 октав, а суть в том, что он делает это настолько плавно. Обычно у людей есть перегородка между грудным голосом и головным голосом. И это всегда слышно. А он просто пропускает этот момент. Когда он поет как баритон, он звучит как настоящий баритон. Когда он поет как тенор, он звучит как настоящий тенор. И когда он поет сопрано, лирическим сопрано, вроде у него лирическое сопрано, как в опере «Мадам Баттерфляй», и также в «Царице ночи». Он просто берет и достает эти ноты.
И вот эта воздушность, которую он придает своему голосу. Вначале у него очень много воздуха в голосе, а потом он переходит в баритон, а потом опять назад, а потом на октаву выше. Совершенно идеальный контроль над своим... Совершенный контроль над своим инструментом, чем и является его тело. И он точно знает, какие клавиши нужно зажать на своем теле. Точняк, мам, чтобы сыграть эту мелодию. Он хорошо себя знает. И он еще и объединяет это с внешней оболочкой, которая, по сути, прекрасна. Я к тому, что этот парень единственный в своем роде. И он прям-таки совершенство. Я не знаю, хороший ли он человек. Может быть и нет. Но даже так. Я уже его большая фанатка. А куда тут денешься? Он просто знает, как спеть так, как больше никто не сможет. Он освоил эту технику, когда можно петь всеми доступными регистрами с такой легкостью, беспечно, без особых усилий. Вот что он делает. Вообще не прилагая особых усилий. Тотальный контроль над своим дыханием. Видно, что он много работал над этим. Потому что, насколько я поняла, он может петь и не дышать. Вот и все. Что еще сказать? Там что-то еще будет? Нет, почти все. Тут немного осталось. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Я боюсь, у него случился бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Но по нему не скажешь, что он вообще напрягался. Несколько слов в благодарность. Выразить огромную благодарность группе Асуди и Пайгалиага Сигюлькендрюке Рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Ну и, конечно же, цветы. Аплодисменты. Я сейчас не могу с собой унести. Я сейчас не могу с собой унести все цветы. Там слишком много цветов. Мне нравится его поведение. Нравятся его манеры. Вот это его скромность. Понимаешь, он же мог быть как дива. Он же мог ходить по сцене, типа «Эй, смотрите на меня, я лучший певец в мире». Но он так не делает. И он благодарит других людей. И не мнит себя пупом земли. И это очень важно. Да, можно петь лучше всех. Но если в тебе нет личности... В общем, он хорош, как на него ни смотри. У него 1 700 000 подписчиков. Я думаю, он заслуживает большего. Потому что у каких-то там попсовых артистов бывает по 20-30 миллионов подписчиков. И мне интересно, почему так? Может быть, это только мое субъективное мнение. Но он же намного лучше, чем среднестатистический певец. Это же ясно как день. Но просто у попсы всегда много фанатов. Но все равно в голове не укладывается. Он же такой неимоверный талант. Да, но мне кажется... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, все дело в стиле его пения, его музыки, потому что это такой тип музыки, который мне лично нравится, но многим людям, особенно молодым людям, им больше нравится слушать электронную музыку, где нет настоящего голоса, где песенки не имеют никакого содержания и смысла. Им просто нравится слушать одно и то же слово, которое долбит в уши снова и снова. У этого человека, у него есть смысл, когда он поет. Ведь он поет о чем-то. Это не пустые слова. Это целые истории, которые стоят в основе его песен. Но в наше время большинству молодых людей начихать на какой-то смысл. Для них главное, чтобы под это можно было прыгать вверх-вниз. Димаш для всех или только для избранных? Я думаю, Димаш для определенной группы людей. Не хочу разграничивать людей на группы, но он для людей, у которых больше познаний в музыке. Для людей, которые понимают музыку. Больше. Но вы ж понимаете меня. Он для оценителей музыки. В общем, вот такая группа людей. И это же прекрасно.
Я рад, что он все-таки популярен. У этого видео свыше 16 миллионов просмотров. Если бы тут было 1000 просмотров, это было бы ой как несправедливо. Это внимание, которое он заслуживает. Хотя он заслуживает гораздо большего. Он по-любому получит еще больше внимания. Он просто делает свое дело. И делает это потому, что он любит это делать. Он не будет петь хреновую музыку, потому что она не соответствует его стандартам. Этот парень настолько разогнался к вершинам, которые он способен покорить своим вокальным инструментом. Мало кто делал подобное, и ему следует петь качественную музыку, музыку, в которой есть смысл и содержание, в которой есть размах для его вокального диапазона, потому что ему нужно демонстрировать свой голос. Он не может просто спеть все баритоном. Ему нужно показать все свои возможности. И люди именно это и хотят увидеть. Они знают, что он сможет им это дать. Ну все, я согласен. Как-то так. Ну что же, кайф. Всех люблю, всех обнял. Пока.